канале «Наша жизнь в Америке», New Life is My Life. Я сегодня завез в аэропорт своего друга. У меня нерабочая поездка в аэропорт. Такое бывает редко. За все время, может, несколько раз. Вот так вот знакомого, Маришкину маму там возили, встречали. Вот. Хочу показать вам дорогу, по которой мы въезжали в свою Америку. Я не устану и постоянно говорю свою, потому что Америка у всех разная. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Кому-то одна подходит, кому-то другая. Кому-то нужны небоскребы, кому-то надо, наоборот, более сельская местность. Вот. Но, тем не менее, ну, в общем, каждый Америку воспринимает по-своему. Вот. Я ее воспринял такой, как я ее увидел. И вот сейчас мы будем ехать по этой дороге. И именно по той дороге, как мы приехали, на ней практически ничего не изменилось, за исключением нескольких рекламных бигбордов. Вот. И когда я все это видел, давайте так, сейчас я на втором этаже в аэропорту, мой друг забирал нас с первого этажа. Вот. Там немножко по-другому все смотрится, потому что этот этаж, он получается открытый, а тот этаж, он получается закрытый из-за того, что над ним второй этаж. В общем, ну, каламбур, но как есть. Немножко получается, как бы, такая вот крыша, навес над головой. И такое огромное количество машин. Машин не таких, как в Беларуси. Вот эти вот непонятные автобусы такие, которые не похожи на икарусы, не похожи на автобусы, а больше похожи на грузовики с окнами. Все это такое вот какое-то незнакомое, неожиданное, невиданное. Ну просто незнакомое. И все это движется, и этот поток машин, они приходят, уходят. Люди садятся, люди вылазят, все с такими чемоданами. И мы с детьми, с этими сумками, блин, навьюченные такие. В общем, это было, ну, такое чувство, я не знаю, как его передать. Перед этим мы достаточно долго просидели в аэропорту, там, где нас оформляли, брали отпечатки пальцев, всякую ерунду. Вот, Маришка немного стрессанула там. А я хочу сказать, вот я как-то смотрел на это все, меня немножко удивил аэропорт, конечно. Потому что по сравнению с минским аэропортом, это земля и небо. Там приехало две машины, их и не видно. А тут вот этот вот поток машин такой, блин, бесконечный. И потом, когда мы ехали, я видел вот эту дорогу, дома. Это все было новое, все было незнакомое, ни на что не похоже. Но у меня не было ощущения, что, блин, куда я попал. Вот я как-то чувствовал себя нормально. То есть вот, ну, как будто я еду в другом районе Минска там, или другой дорогой еду в нашу деревню. Такое ощущение как-то и новизны, и чего-то своего. То есть, ну, не было вот шока, типа, блин, что это вообще происходит вокруг. Потом, хоть, ну, это могло возникнуть из-за того, что фривей огромный, большая дорога, какие-то скорости, все куда-то прутся. То есть такого нету в Беларуси. Но, тем не менее, это не возникло. Вот сейчас мы проезжаем под взлетно-посадочной полосой аэропорта. Самолеты по ней ездят постоянно, вот здесь над нами получается. Это тоже очень прикольно. Иногда, когда заезжаешь в этот туннель, можно наблюдать, как самолет в это время проезжает над тобой. И вот я смотрел на все эти вот домики и все такое прочее. И, как я вам сказал, у меня не было ощущения, что я попал в какое-то новое место. Да, я видел новый мир, новую обстановку вокруг себя, но она как-то... Ну, я не знаю даже, как это передать словами. Это не было какой-то дичью, это не было... Такое впечатление, что я как будто был в похожих местах, но просто вот здесь не было. Вот такие ощущения. В общем, задавайте ваши вопросы, кого что интересует, пишите комментарии о своих каких-то ощущениях.
Вот, а я вам включаю музычку и что? И все, и поехали. Вот такие дела, да. Сейчас я подключу телефон, выберу заказанную музыку. Первая музыка, которая у нас была заказана, и тут кабелек взял. Первый, кто отреагировал на мой ролик с Motorhead, был Мистер Фест. Он заказал Металлику, и поэтому сейчас по его заказу, по его заявке, мы сделаем Металлику. Немножко надо загрузиться. Дело в том, что у меня рабочий телефон для музыки другой, и поэтому мне сейчас надо будет сделать выбор. Оп. Выберем графику. Чик. Есть такой артист. Тормозим, что-то тут у нас какое-то сужение дороги. Ну что, погнали? В общем, перекрыли почему-то въезд на 405 на север. Ну, что-то, наверное, какие-то работы. В общем, кому понравился этот ролик, кто хочет услышать свою любимую музыку, своего любимого артиста, группу, исполнителей и бла-бла-бла, пишите комментарии под этим роликом, указывайте свои любимые композиции своих исполнителей, и я сделаю ролик под вашу музыку. Ну а сейчас наслаждайтесь видами Америки, такой, какой она есть, без всяких приукрас, без всяких, наоборот, оскорблений. Ну, типа, как многие любят показывать даунтаун с бомжами и прочее. То есть, вот как есть, так есть. Именно та дорога, по которой мы въехали и приехали в свою первую гостиницу. Когда мы будем проезжать мимо, я покажу на нее. Вот. И вы увидите, как она рядышком находится с нашим домом. А теперь Металлика. Металлика почему-то не хочет включаться. Это первый Макдональдс, который мы посетили в Америке. Мы уже практически доехали до того отеля, в котором мы жили. Мы сейчас находимся на Хоторн Бульвар. И буквально вот через пару перекрестков будет отель. А по обе стороны все время будут идти автосалоны. Я думаю, что в камеру попадет, вы сможете увидеть. Pep Boys — это где поддерживается гарантия на моей машине на колесах. Скотт Робинсон с левой стороны, где мы покупали обе машины. И вот такая вот стройка, стена эта серая, за знаком Калифорния. Вот за этой стеной находится небольшой отельчик Delama Inn. Вот там может быть видна табличка. Первая наша, так сказать, крыша над головой в Америке. Ну и все, и вот Nissan автосалон, Mazda, а мы сейчас...